Итак, дорогие зрители телеканала InSport, закончилось противостояние между Каспий Актау и столичной Астаной. Действительно богатый на яркие моменты матч выдался. Астана переиграла своих соперников довольно крупным счетом. Совсем немного не хватило до сотни очков, однако не все так гладко начиналось. Первая четверть, в общем, закончилась со счетом 17-17. И действительно, подопечные Михаила Лошакова были очень сильно настроены соперников. И Константин Нев, поглядите, набрал красивые 2 очка в этом эпизоде. И в целом по матчу Константин действительно был одним из лучших в составе актауской команды, так же, как и Семен Пинаев. Нев набрал 16 очков и действительно заявил он о себе еще в рамках Кубка Казахстана, ну и подтверждает статус лидера своей команды. Александр Оразбеков также неплохо показал себя в этой игре и сумел набрать 10 очков. Наблюдали мы за противостоянием двух разыгрывающих, двух плеймейкеров, Олега Балашова и Александра Уразбекова. Данил Давлетбаев также прекрасно заменял своего товарища по команде. И Макжан Сарсенгалиев. В общем, игра актауской команды выглядела довольно-таки симпатично. Однако не хватило немного опыта, физических кондиций, быть может, где-то. И Астана действительно довольно легко подтвердила статус фаворита. А в этом моменте прекрасные 2 очка набирает Владимир Курочкин. И, знаете, такая бомбочка, на что Вадим Щербак отвечает данком и сверху вколачивает мяч прямо в корзину. Олег Балашов также один из лучших перфор в составе столичной команды. Сегодня плеймейкер Астаны был на коне, можно сказать. Ну и трешка в исполнении Марка Тихоненко. И тут же его данк. Марк стал самым результативным игроком этого противостояния, так скажем, MVP. И действительно, после игр в рамках ВТБ Лиги Астана сейчас набирает, так скажем, довольно легкие очки в рамках Национальной баскетбольной лиги. И сложно пришлось актаусам именно во второй половине этого матча. Манжан Сарсенгалиев был также очень активен в этом противостоянии. Частенько противостоял ему Марк Тихоненко, как вот в этом эпизоде. И много было фолов в третьей и в четвертой четверти, как с одной, так и с другой стороны. И порой даже не поспевали за молодыми, за легкими игроками актауской команды, более опытные их соперники в лице игроков Астаны. Но, тем не менее, класс столичной команды, левел все-таки перебил, и ровным счетом не оставили они ни шансов своим соперникам во второй половине игры.